Всем привет! Для меня Новый год – это прежде всего семейный праздник. Это елка, это оливье, мандарины и, конечно же, Дед Мороз с подарками. Хотел бы поздравить всех с Новым годом и пожелать, чтобы следующий год для всех был лучше, чем старый. Esse momento é para me poder pensar o que eu fiz de errado, o que eu fiz de bom e que no ano de 2016 eu possa ser melhor do que no ano de 2015. Bonne fête de fin d'année et meilleurs vœux à aux fans de Locomotive. Поздравляю с Новым годом, болельщики Локомотив. И думаю, что в следующий год вместе будем выиграть много матчей. Всем большие поздравления от команды, от игроков, от всего персонала. С Новым годом! И с Новым годом! С Новым годом! И с Нового года все! Feliz Ano Novo!